Всем привет! Летом, когда надо прикрыть голову, можно сделать вот такую тюбетейку. Это то же самое, как кепка пошли, но без козырька. Как бы тюбетейка такая. Сейчас я вам покажу, как она делается. Смотрим. Сейчас газеты выпускают такие маленькие. В советское время были вот такие большие. Сразу лист брали, из нее делали шапки, как я помню. Но сейчас можно из таких тоже сделать. Два листа надо, главное, два листа тут. Из этих двух листов уже можно делать. Так, начинаем с центра. Складываем. Так, потом берем этот кусок, складываем так. И так. Потом переворачиваем. Опять же подбираем размер. Подбираем размер по голове. Так, и берем на голову, одеваем, так размер подходит, делаем дальше. Если нужен размер поменьше, то вот эти края складываем внутрь. Если размер нужен побольше, наоборот, отодвигаем по сторонам. Здесь уже для тюбетейки козырек не нужен. Мы его не делаем и все это заворачиваем туда. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот так. Там обратно переворачиваем угол. Загибаем и туда. Этот угол уха загибаем и сюда. Это тоже. И все то же самое, как у кепки. Почти. Только без козырька будет. Вот. Можно вот эти углы еще промять, чтобы они выражались, чтобы их видно было все это. Края. Вот получилась такая, как сказать, тюбетейка.